на цвет с тремя так, лишними ну, ждем пока пешками, жеребьевки. Пока ждем, в общем, запас какой-то очковый у нас есть. А, был вопрос про преподавание шахматы, да, я извиняюсь, я какие-то вопросы пропустил. Шахматы я преподаю, по всем вопросам пишите в личку. В принципе, вы можете даже просто писать, да, вот даже делиться вашими соображениями, там, по поводу тематики стрима, просто выразить какие-то пожелания, замечания, предложения, в общем, пишите, и я в любом случае все это прочитаю, вам отвечу, и... Так, я нуждаюсь тоже в обратной связи, мне просто самому хотелось бы знать, что бы именно вы хотели, потому что идей у меня много, скажу честно, я много всего хотел бы сделать, но мне еще очень интересно, да, сделать именно то, что ждут меня люди. Так, хорошо. Вот поэтому... Я все еще на четвертом месте. Хотелось бы мне но пятое подбирается Арсений Нестеров со страшной скоростью. Я столько вот двое людей, да, не играли? У меня 7 очков, я делю со второго по четвертое. С Вовой Чесом, Жигалка. Сычев впереди, Сычев ушел. А, кстати, Базар Вокзал не играет. А вот места со второго по четвертое, даже со второго по пятое, вот трудно здесь. И вот... А, все говорят, что там Михайловский Лаграва победили, забавно. А, вот, кстати, снова Базар Вокзал, и снова будем, видим, вот эту Сычев. Отстаивать вот эту странную табию в итальянской вариант. Партии. Да, ну, хочу сказать, что конь G5 хоть выглядит совсем убого, честно признаюсь. Ну, не знаю, D5, конечно, выглядит очень солидно, но не знаю, просто уж очень мне хочется еще разок так выиграть. Так, ну неужели... Хотя мне показалось, может быть, даже это и неплохо. Ну, как минимум, с практической точки зрения. Слон Е3. Правда, после слон Е3 я сдамся, если честно. Ему понравилось в прошлый. Я что-то понимал, здесь что-то не так, да, но что настолько... Да, это... В прошлый раз ему, блин, понравилось. Зачем в такую схему выходить второй раз подряд? Вопрос, наверное, за гранью понимания всех здесь присутствующих. Посмотрим. Так, ну хорошо. Ферзь Е7, ДЦ, конь Ж4, Д4. Победа на Да, ну какая-то связка будет, ладно, что-то попытаемся. Сейчас нанести. Так. Да, зачем мне это понадобилось, сам толк не возьму. Какое-то безумие, если честно. Просто Д5 и не имеешь никаких проблем. Да. Еще раз, ДЦ, конь Ж4, на Д4 ЕД, на слоном он не побьет, если слоном отойдет, Д3, и как-то я проламываю. Ферзь С5. Да, ну может, конечно, это и работает, и все, хотя, ну не знаю, выглядит, конечно, безумно абсолютно. Д4, ЕД, слон F2, ну конь F2 побью, там нормально должно быть. Конь. В общем, ладно, Д4, там так, слон E3, ферзь С5 тоже, кстати, смотрелось. Там все-таки ферзь D2 и D4. Я ему тогда D4. А нас... Так, слон c5, ферзь c5, d4 тоже было неплохо. Так, мы допустим ЕД, слоном d4 не побить, на слон d2, d3 все висит. Хотя на слон f2, d3 сразу нельзя сыграть, или это уж совсем перебор. Так, здесь хотя бы контршанс. Если ладья e7, конь d1, а я, правда, там конь f7 меня ходом, по-моему, просто убьют. Лютой смертью. Так, не понял. Ой-ой-ой. Просто съел. Да, но это, конечно, я с ума сошел, да. Просто так, съел. D3 шах я даю. Да, на король F1, ферзь F6 у меня королем, какой-то сильный ресурс. А если король G3, то DC, и там еще толком не побить ему. DC, что ли, блин? Ёпарсете. Чё ж я на F1-то королем лучше? Важно, что на ферзь C2, ферзь E1 я бью с шахом. Неужели чего, кстати, не было бы, если бы король отошел бы на поле F3. Так. Ну ладно, в общем, будем считать, что оно так и примерно и должно было быть. Да блин. Конь f7, ладья f7, ладья бьет e7, cd. А, там слон вернется на f8, мата нету. Ну это означает, что тогда, в принципе, я фигуру отыграл. Ну, в общем-то, позиция у меня не такая плохая. Ферзь d2, да, это разумно. Так, ну хорошо, если я бью cb, он там e7, конечно, может не нанести. Зевнуть ход dc. Да, ну как-то хоть ферзь g6 при случае вернуть. Это было крайне непрофессионально. Наверное, моментально ладья b1 должно следовать, да. Я, допустим, ставлю ферзя на f6, и, в общем-то, вакханалия продолжается. Да, ну, что сказать. Ну, как-то сейчас слон f5 бы, если выйти. В общем, Штирлиц давно так не был близок к провалу, но, к счастью... К счастью, что, типа, соперник вот этих... Как любит говорить мой добрый друг гроссмейстер Алексей, вот их пьяных каток он все-таки, видимо, не выдержал. Блин, я просто проигрываю выигранную позицию. 2. Это очень достаточно. Так, ну допустим, если я g6 сыграю, просто сразу закрыть вопрос навсегда. С пешкой на h7.
на слон f7, слон d6. Я угрожаю не только взять им на f4, а еще и ходом ферзь бьет g5. Что, в общем-то, мои акции как будто повышает. Блин, на g5 висит. Ну, так, не, ну, ну, кстати, тут еще есть разница, мне кажется, можно быть хорошим блицором и не так хорошо в классику играть. Вот и классика, помимо того, да, это просто еще вопрос терпения, хотя это удалось победить. То есть иногда просто надо, знаете, вести такую длительную позиционную борьбу вязкую, там, 5 часов, защищать плохую позицию. Просто некоторые люди, может быть, в силу темперамента это не могут делать. А кому-то наоборот, приятно, да, там, играть, там, долго, вдумчиво. В общем, мне кажется, иногда это еще вопрос характера.